Итак, двигатель Hyundai Starex получил по ходу гидроудар от вышедшей из строя турбины. Турбина погнала масло, наверняка пустила в разнос двигатель. Вот видно, что просто история машины неизвестна. Вот хозяин или кто-то заглушил подачу масла на турбину, то есть отключил ее вообще от смазки. И далее такая история. Как я... То есть двигатель работает, все хорошо, но идет стук. И чем больше он нагревается, больше стучит. Проверили все, что можно, от компрессии до давления масла. Все в идеале. Но в процессе разборки я обнаружил такую интересную вещь. Сейчас покажу. То есть, что я сделал? Я поднял второй и третий цилиндр, поршня вверх. И смотрим. Видим, сколько ходит клапан на втором цилиндре. И видим, как далеко уходит на третьем. Походу, вот. А так как поршня второго и третьего цилиндра сейчас вверху, получается, вот второй цилиндр ход короткий, третий цилиндр получается был гидроудар в третьем цилиндре, или загнула шатун, или провернула вкладыши, и он, скорее всего, мог запрыгнуть один на другой, были такие случаи. И как результат — стучок движка. Так что так, берегите свои турбины. Если начало гнать и поджирать масло, то я бы советовал ее или отремонтировать, или поменять. Это не только касается Старексов, а всех автомобилей. Неважно, дизельный он или бензиновый. Так что так.